Руслан закупает мороженое. Вкусное, вкусное, да, нам сейчас будем кушать. Мы в Сан-Диего. Сафари-зу. Ежегодно более 20 миллионов туристов приезжают в Сан-Диего. Три вида дикой природы привлекают больше всего посетителей. Один из них – сафари-парк. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы сегодня в парке, который называется Wild Animal Park. Это один из самых больших парков, в которых животные держатся в натуральной среде. Сафари-парк Сан-Диего является одним из крупнейших в мире зоопарков, где живут более 3500 животных, более чем 400 видов. Сафари-парк Сан-Диего был основан в 1972 году и был первым парком в Соединенных Штатах Америки, который дал посетителям возможность наблюдать животных на свободе в большом пространстве. В сафари-парке можно увидеть различных животных, в том числе львов, тигров, слонов, жирафов, зебр, носорогов, гепардов, горилл, обезьян, змей, крокодилов и многих других. Сегодня мы посетим птиц. Ленчик, подойди, я тебя сниму на видео. Нет, она... Существует более 10 тысяч видов птиц на планете, и каждый из них имеет свой уникальный внешний вид и поведение. Сегодня воскресенье, народу очень много, и мы в некоторых местах стоим в большой очереди. Они кусаются? Могут клюнуть. За что? За я. Парка рассказывают, что они спасают животных, беря в зоопарк только раненых или осиротелых, которые в дикой природе просто не выжили бы. Возможно, это так, так как в сафари-парке в Сан-Диего находится одна из самых больших ветеринарных клиник в мире. Нам удалось побывать на разных территориях парка, где мы смогли увидеть различные виды птиц, включая павлинов, фламинго, аистов и многих других. Красота этих птиц поразила нас своей яркостью и разнообразием. Thank you.
территория этого парка огромная. Поэтому мы сегодня пройдем только совсем небольшой кусочек, да, по всему парку, правильно? Это такой эльф. Твою точит. И тут, если его найти, он очень много денег. Вот такой эльф, мне кажется. Ясно. Сафари-парк в Сан-Диего – это место, которое относится к разряду обязательных для посещения. Кстати, был кто-то другой, чем ты думаешь. Это был Афаркой. Вот вон так. Всем, кто любит животных и природу, стоит приехать в этот парк, чтобы насладиться красотами животного мира и природы. Билет в этот парк стоит около $100 на человека в день. Но в моих фильмах посещение бесплатно. Нест! Я пуп садил. Да. Некоторые путают зоопарк и сафари-парк. Сафари-парк – это не зоопарк. Сафари-парк Сан-Диего находится в городе Эскондидо, а зоопарк – в городе Сан-Диего. Сафари-парк содержит животных в диких открытых вольерах, в которых дикие животные свободно передвигаются. В сафари-парке есть специальный автобус, который позволяет посетителям путешествовать по парку и наблюдать животных на расстоянии. Из двух зоопарков Сан-Диего мне больше всего нравится именно сафари-парк. Нравится сафари-парк в первую очередь из-за больших загонов для животных и из-за красивых ландшафтов. Сафари-парк в Сан-Диего предлагает различные детские площадки, которые позволяют детям отдохнуть и развлечься после изучения животных. Одна из популярных детских площадок в парке называется Discovery Playground. Эта площадка предназначена для детей всех возрастов и включает в себя качели, горки, лазалки и многое другое. Она расположена рядом с детским зоопарком, где дети могут наблюдать за различными животными, в том числе козами, овцами, пони. В моем следующем фильме мы поедем на автотрамвайчике по парку, чтобы увидеть еще больше животных и насладиться ландшафтами. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.